Кирилл, привет. Привет, Оль. Очень рады вас видеть. Спасибо, что пригласил нас в гости посмотреть, как живут другие. И сразу хочется обратить внимание, что ты сделал ремонт в этой квартире под своим контролем и частично своими руками. И квартира эта твоей тещи. Мне кажется, это какой-то случай из анекдота. И надеюсь, что мы увидим здесь что-то интересное, не относящееся к нему. А в двух словах, что за квартира? Площадь, высота потолков и что это за ремонт? Квартира в московском, обычная панелька, новостройка 15-го года, однушка, 39 по-моему, квадратов, 265 потолки. Примерно сколько обошелся тебе ремонт, как быстро ты его сделал? И я хочу обратить внимание зрителя, что ремонт этот делался в 2022 году, когда все поменялось, стало с ног на голову, и цены, и возможность что-то где-то покупать, не говоря уже про все остальное. Да, это, наверное, самый большой плюс этого ремонта, и, скорее всего, это будет полезно вообще для большинства. Ремонт обошелся около 1 200 000, это с черновых работ, то есть избавление от предыдущего ремонта, дизайна, можно так сказать, и полностью вся квартира с нуля, с техникой и с предметами мебели и декора. Класс. Этому ремонту, наверное, месяц. То есть мы буквально успели до Нового года, последняя неделя декабря, встретили здесь Новый год и, так сказать, обновили ремонт. Очень положительные эмоции у тещи вызвало. И, на самом деле, нас это тоже греет. Еще бы! Да. Мы сами не ожидали, на самом деле, что получится. И вообще, получится ли из этой суммы, которая была. Ну, хорошо. Пойдем смотреть. Мы традиционно на кухне. Обожаю смотреть, что люди придумали здесь. И первым делом у меня вопрос, откуда кухня? Потому что визуально она кое на что похожа. Кухня изначально, понятно, что Икея мы все любим и любили. Но не надо на ней замыкаться, мой совет. Как бы много очень различных вариантов. Это обычно Леруа Мерлен. То есть один в один метод от Икеи. То есть это Ньюпорт белый. Значит, поставили угловую кухню. Изначально это было одно название от кухни. Не было вообще рабочей поверхности предыдущей. И разделяла плита с духовым шкафом, обычно стандартная. И здесь стояла сверху бытовая техника. И была необходимость сделать рабочую поверхность. Изначально теща попросила у нас сделать ремонт кухни, но не квартиры. Это мы настояли. Говорит, нет, давайте сделаем все-таки квартиру. Потому что растягивать в процессе долгоремонта, долгостроя – это самый худший вариант. Потому что сделала одно, потом начала второе, и первое все испортил. Ну, это так не делают. А сколько обошлась кухня? Кухня обошлась ориентировочно 130. Это без техники. А техника, что представляет варка и духовка, мы в ДНС брали, это 36 тысяч, дополнительно по скидкам мы взяли. Все остальное мы пытались составить, то есть это и микроволновка у нас осталась, предыдущая, она в хорошем состоянии. И холодильник, ну, что более затратное. Единственная задача была, конечно, он серебряный. Вот, и в общую концепцию он вообще не вписывается никак. То есть сразу изначально, еще до ремонта, мы думали, мы его спрячем. Как мы его спрячем? То есть либо шкафами его как-то, да, целую стену забивать. Придумали сделать нишу, сделали вот такую нишу. Выкрасили ее белый цвет. В итоге оказалась большая белая стена. Поскольку раньше здесь был комод, мы его убрали. Вопрос в следующем. Как ее облагородить? Ну, не хотелось, чтобы просто пятно было черное. И много идей было. Были идеи отделать это рейками с перпендикулярными, вертикальными, с горшками под цветы. Я видел такое в Пинтересте. Вот, да, я частенько да, да, хотел, да. Уже руки чесались, думал, сейчас сделаю. Как раз для этого у нас многие спрашивают, почему вертикальные розетки? Это очень странное решение, но оно было подготовлено именно под реечную систему. И как-то раз, листая интернет, наткнулся на фотообои. То есть не конкретно эти, а просто. И начал увлекаться этой темой. И конкретно вот эти обои, они обошлись нам 5000. То есть на всю стену, это Леруа, онлайн-магазин. Вопрос у меня. Теща принимала решения в каких-то составляющих, особенно в области дизайна? Потому что, знаешь, сейчас люди начнут говорить, ой, мне не нравится зеленый, сделали тещи как себе там. И вот, ну, такие обвинения. Хотя, конечно, я считаю полностью это необоснованным, но
Тем не менее, давай, раскроем этот секрет. Здесь очень классно все получилось. Нам отдали все на откуп, потому что у нас, в принципе, супруга уже это не первый ремонт. Мы раньше... был опыт. Угу. Теща видела, теще понравилось. Говорит, сделайте квартирный вопрос мне, пожалуйста. Я не хочу в этом участвовать. Говорит, для нас это самое лучшее было, потому что нет ничего хуже, когда человек приезжает, говорит, вот это вот мне поставьте сюда, это сюда, вот такой цвет хочу. Ну, в общем, мы постарались сделать что-то более-менее нейтральное, живое, природу, много растений, хотя они не всегда настоящие, потому что они, вот, допустим, растения в тех местах, где они висят, они не всегда настоящие выживают. Поэтому принято решение купить более-менее настоящие, похожие. Ну, за минимальные вложения, и все-таки зелень, она всегда очень хорошо смотрится. И, опять же, возвращаясь к этой стене акцентной, получилось еще круче спрятать вот эту нишу. Угол вырезали и наклеили ее на саму нишу. Получилось, как если со стороны кухни стоять и смотреть, холодильника вообще не видно. Он как будто спрятан в стене. Ну, вот такая идея, лайфхак, можно сказать. Класс. Привет, друзья! Переходите на мой телеграм-канал. Там я часто показываю вам красивые фотографии и рассказываю о лайфхаках, которые мы находили в этих видео. А также пишу различные тексты. Очень интересно и полезно. Хорошо, давай теперь, значит, вернемся по деталькам, пройдемся по кухне. Откуда стол и стулья? Стол и стулья остались прежними, потому что это еще одна статья экономии. Хорошие столы, круглые столы, да, очень нравятся. Мягкие кресла, мы очень часто это видели. Очень хочется, но порой бюджет, он сравним даже с половиной всей кухни, всей мебели. Да, да. Единственное, что мы переделали подножие, мы его перекрасили. То есть оно теперь белое, раньше были серебристые ножки. Класс. Стулья оставили прежними, столешница осталась, но она даже более-менее вписывается. Слушай, а ножки перекрасили из таких вот глянцевых, блестящих, как зеркальных ножек? Таких? Да, 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 да. И что за краска держится? Вообще, вот сами ножки металлические, мы красили это грунт, обычная грунтовка, баллончик. Угу. И обычная потом глянцевая краска, баллончик тоже. Вот эту самую деревянную поверхность, это один слой алкидной краски, и все, больше ничего не надо. И только чтобы она высохла, супер, где-то две недели постояла, ее не трогали. Она мертвая. Вот алкидная краска, единственное, что она запахом, ее в гараже красили. Угу. У меня еще вопрос, что по кухне по хранению? Было ли у вас какое-то техническое задание, в котором было, например, что в кухню должна помещаться мультиварка, хлебопечка, мясорубка, ну и вот это все? Нет, абсолютно не было. Главное, это рабочая поверхность. И даже, могу сказать, здесь нету посадочной машины. Может, сейчас закидают мне помидорами, но мы отказались, потому что вот маме моей супруги это не нужно. Мы предлагали, действительно, мы хотели переработать, мы сами проектировали, мы ездили в Леруа, проектировали эту кухню, хотели вставить туда даже маленькую. Она говорит, нет, не надо, зачем мне это надо, я сама все, я одна живу. Обычная кухня, то есть не стали платить за доводчики заразные, да, за выдвижные ящики? Абсолютно нет. Вот единственный предмет мебели, который мы ездили вместе с ней. Значит, она показала сразу сюда, ей нравится классика. Единственное, что мы здесь заменили, это мы заменили стандартные полки, они здесь стеклянные, чтобы свет проникал до низу. То есть весь шкафчик просвечивался. И установили подсветку. И вот заметьте, на самом деле, Оль, да, многие подумают, что это к твоему приезду, да, вот такой порядок здесь все наведен. Отчасти это так, отчасти. Но могу сказать, что с ремонтом человек действительно поменялся. Ну, потому что расхламляешься, конечно, переезжаешь, выбрасываешь все лишнее. И когда у тебя все новенькое, красивенькое, оно само хочется, чтобы все было идеально. Подоконник. Хотели намеренно отказаться от пластикового. Во-первых, пластик – это вообще, ну, уже прошлый век. Во-вторых, он неудобный, он был узкий. Решили сделать дерево, потому что все-таки кухня более-менее, это, наверное, к скандинавскому какому-то дизайну можно отнести, там, дерево. И, как минимум, это очень приятно, когда у тебя много дерева, особенно которое руками сделано своими. Это обычный слэп, который приобретен в Леруа Мерлен, обработан пропиткой, придали ему цвет, выделили текстуру. Для новогоднего декора мы сделали специально здесь розетку в откосе. Да, все как положено. Еще классный очень момент, который я уже обнаружил после того, как мы сделали, это когда присаживаешься сюда, вот это эффект водителя, когда ты едешь за рулем и ты всегда кладешь руку, здесь очень удобно получилось. С чашкой кофе, с чем угодно посидеть, бокалом вина.
Поэтому подоконником мы довольны. Прекрасно. Да, и про люстру еще тогда нам расскажи, потому что видно, что они сочетаются. Где вы нашли, подобрали? Люстра также с масс-маркета. Покрашена просто баллончик в такой бронзовый цвет. Да, она была зеленая. Класс. Дальше хотел бы показать, наверное, коридор, потому что коридор сейчас – это самое светлое помещение вообще в этой квартире, потому что раньше это было все блеклое, здесь были какие-то перегородки, это все было снесено. Да. Здесь расширилось визуальное помещение гораздо. Здесь было место для верхней одежды, небольшой шкаф, тумбочка. Но это все занимало пространство. Понятно, что в однушке П-44, скорее всего, это место и предназначалось для хранения. Как вот там стеной шкаф и вот это вот место. Но изначально, конечно, мы сразу поняли, что здесь этого ничего не будет, потому что хотелось все-таки воздуха побольше. Вообще невероятно светлый действительно коридор получился, при том, что здесь нет окна, нет какого-то естественного потока света, и при этом он маленький и не темный. Расскажи про освещение здесь, это очень важный вопрос. Освещение в квартире выполнено в обычном потолке, то есть это не подвесной, не натяжной потолок, это обычная плита, где мои рабочие сделали технические отверстия и, грубо говоря, распаклевали потом. Это накладные светильники светодиодные, которые дают прекрасный свет. То есть лампу можешь поменять, если тебе тускловато, можешь поярче поставить. В этом плюс. Считали ли вы количество кельвинов, которое здесь будет? Или просто так удалось, знаешь, поставить два светильника и их хватило для того, чтобы осветить все? Нет, мы именно смотрели просто по теплоте, потому что белые стены хотелось все-таки похолоднее. Потому что белый цвет, он более яркий. Вот. Какие-то акцентные зоны, вот, допустим, кухонный стол, да, хотелось там немножечко уюта. Там лампа винтажная, она еле тусклая. Ну, и как раз вечером, да, очень классно посидеть. Опять же, в гостиной на диване такая же лампа, тоже она антуражная. И много таких вот зон. А основной свет у нас стандартный. Это Leroy Merlin, обычные лампы по Кельвину, там они всех нейтрального цвета, можно так сказать. Угу. И еще вопрос. Раз вы убрали шкаф, который был предназначен застройщиком, да, классно, свободно, но вещи нужно где-то хранить. Да, у нас остался второй шкаф. Шкаф, который был до покупки квартиры. Соответственно, это предыдущие владельцы, да, поставили его. Шкаф, на самом деле, мне очень не нравится. Но потому что средств на ремонт у нас было ограничено, поэтому мы решили его пока временно, да, это не из серии того, что временно, это постоянное. Он заменится где-то через полгода-год, хотим встроенный. Но пока остался этот, минус его еще в чем был? Это как, на самом деле, может быть, вытекать и совет. Этот шкаф, он оставался в процессе ремонта до бетонных стен. Он перемещался, когда заливали полы. И, естественно, мы его не упаковывали. Внутри там было несколько сантиметров пыли, которую мы потом выгребали. И мало того, естественно, рабочие могут как-то повредить поверхность. Немножечко повредили зеркальную поверхность. Но это не смертельно, но тем не менее, не делайте так никто. Либо, если есть возможность, разбирайте и уводите куда-то эту мебель. Ну, либо как-то хотя бы в коридор вынесите на время вот грязных работ. Расскажи про обувницу теперь еще нам, Кирилл. Потому что тоже вроде как редкость теперь. Ну, вот думали, как заменить вот это место хранения и решили купить обычную обувницу, которая у нас обошлась, наверное, буквально 6000 рублей. Это Хофф. Класс. Классическая стандартная обувница. Единственное, что в ней изменилось, мы добавили сюда ручки. Мы их привинтили отдельно и покрасили их цвет в аксессуарах, как и зеркало, которое у нас куплено было тоже случайно. Мы как-то ходили по магазину, и супруга заметила вот это уникальное зеркало, которое прямо мы сразу купили, 1000 рублей, по-моему, цена. Также покрашено и смотрится здесь, мне кажется, хорошо. Согласна. У меня еще, знаешь, вопрос про светильники. Все, никак я не отстану от тебя. На стене около входа в ванную комнату два прекрасных светильника. И они создают такую атмосферу вместе с этим деревом. Прям березоньки. Не знаю, такие сережки на них. Классные. Эти светильники были приобретены в Хофе. Это классические бра. Почему классические? Ну, решили сделать немножечко с отсылкой не на его классика, наверное. Хотели всегда молдинги. Нам это удалось реализовать. Рабочие смогли это все красиво сделать. И они как-то... Потолки 2,65, это вроде как и немало, но это немного, да? Визуально хотелось вот этот вот... Согласна, да. Как бы кубик получился у нас белый, вытянуть немножечко наверх.
И вот это вот, они, в принципе, под классику очень сочетаются. И вместе с этой дверью, как раз хорошей, и ручками, все это смотрится органично, на мой взгляд. Угу. И советую. В светильнике, по-моему, около 2500 один. Угу. Привет, друзья! Я открыла новый шортс-канал. Его очень удобно смотреть с телефона в вертикальном формате. Это короткие видео. До минуты с самыми классными советами, которые вы можете встретить у меня на основном канале. Все в одном месте, разбито по каталогам и удобно для восприятия. Подписывайтесь, не пропускайте. Ну, пойдем смотреть ванную. Хотя тут я должна сказать, что дальше не менее интересно будет, но мы же не можем перескакивать с одного места на другое. Поэтому да, пойдем посмотрим. Площадь ванной комнаты около 3,9, по-моему, около 4 квадратов. То есть она вообще небольшая от слова совсем. Вопрос был либо оставить ванну, либо поставить душевую, да, заменить. Вот это все, большие работы произвести. Но, опять же, мы сэкономили, и мы оставили и ванну, и мы оставили и унитаз. Они все были хорошего качества. Единственное, мы отмыли, конечно, ванну. Она смотрится как новая. По поводу унитаза, многие, может быть, спросят, почему не инсталляцию мы установили. Но, честно говоря, у меня отношение к инсталляции не совсем как бы такое, что это всем надо. Вот в данном случае она абсолютно здесь была бы не к себе. Потому что более-менее обычный такой, может быть, как-то боха даже, да, потому что здесь вот такие деревянные поверхности. Очень симпатичные, обожаю их. Эти дверцы или рашные? Да, дверки тоже мы сделали сами, тоже таким же способом, как и подоконник. Мы просто выкрасили и сделали примагнитили. Никаких петель здесь нет, очень обычный вариант. Любому под силу. Смотрится в сочетании все очень прекрасно. На чем удалось сэкономить? Потому что ванная – это емкое место по бюджету. Ну да, я ожидал этот вопрос, но даже здесь нам удалось сэкономить. А могу сказать, как совет, может быть, для всех, не надо гнаться за дорогой плиткой. В данном случае у нас вот эта белая плитка – это Волгоградский керамический завод. Угу. Это очень бюджетная плитка, смотрится классно, и подогнать ее проблем не возникало. Она очень ровная и хорошо пилилась. То есть рабочие высказывали даже положительные эмоции про работу с ней. Как-то акцентировали мы вот эту стену. Плитка приобретена была в Леруа. Единственное, что мы ее подбирали под вот эту тумбу. Мы прям ходили, выбирали разного формата, разного цвета эти плитки. Ходили, наверное, полчаса подбирали. Тумба, также Леруа с раковиной, все вместе, это 10 тысяч. Сантехника тоже недорогая, поэтому общая стоимость, наверное, тоже около десятки. Ну, ты знаешь, несмотря на то, что бюджетно и экономили, выглядит прилично. Спасибо, мы старались именно сделать визуализацию, то есть не то чтобы дорогими материалами, они качественные. Мы раньше пользовались, и этой сантехникой мы пользовались, они все качественные. Просто есть разный Китай, есть он, который ломается через день, а есть, который ты пользуешься и радуешься, и не смотришь на марки. Угу. Соответственно, что касается вот этих вещей, которые вот лючки, мы на лючке сэкономили. То есть мы сделали его самодельный, опять же, с отсылкой на слэп. Мы сделали полочки. Почему полочки именно здесь и почему они в таком виде? Потому что когда входишь в ванную, не хочется ничего лишнего. Мы все привыкли вот к этим металлическим уголкам, которые висят справа от душа и где хранятся все хаотичные средства, мочалки и так далее. Хотелось от этого избавиться и где-то за стеночкой все установить. Ну, все прекрасно вот здесь поместилось и, я думаю, вписывается в общую концепцию, можно сказать, дерево с плиткой. Еще хотелось бы немножечко рассказать про хранение. Раньше здесь стояла только стиральная машина, и сверху такой прозрачный металлический стеллаж, где хранились все средства. Мы думали сделать здесь нишу, вот по типу того, как мы сделали холодильник. Да. Но, честно говоря, мы по времени уже не успевали, да и рабочим не хотелось переплачивать. И мы просмотрели интернет, нашли вот такой вариант, очень прекрасно, бюджетно, по-моему, 11 тысяч. Это мы нашли в Блюмарте. Вот они такие классные там шкафы продают, они глянцевые, как раз вот под плитку нам подошло. И очень классно здесь по хранению. То есть он вместительный и очень много чего вмещается.
Прекрасно. Ну вот, все спрятано, ничего не на виду. Вообще, конечно, ты молодец, прям называешь магазины и цены, и сколько это все стоило. Если ты делал еще несколько ремонтов, у меня вопрос, ты почувствовал рост цен вот за последнее время? Да, конечно. То есть, если кто-то решит делать ремонт, но сомневается именно, что надо подождать, подкопить, сейчас самое время, вот действительно. Вот когда ты решил, вот тебе надо, делай сейчас. Потому что завтра, даже через день, все будет намного дороже. Это непредсказуемая ситуация. То есть рынок, доллар, все что угодно могут придумать, но если что-то уже подорожает, вниз уже никогда не пойдет. Это 100%. Угу. Поэтому, конечно, все сейчас дороже, но завтра будет еще дороже. Это греет душу, что мы успели. Кирилл, добрались мы наконец-то до гостиной. Хотелось бы рассказать про двери и немножечко похвастаться то, что нам удалось в этот период найти очень качественного производителя за небольшую цену. Mm-hmm. Это московский производитель, это Альфа-Порта. Ребята, которые работают с негативным рейтингом, я не знаю почему, мы долго искали, сравнивали, и вот эти двери, три полотна, это вот так. Эти два полотна и ванная, нам выходило где-то 1060 или 70 за три полотна без фурнитуры. Угу. А здесь же нам сделали с доставкой за все за 45, ну, где-то так. По качеству они очень достойные, и фурнитура, и, грубо говоря, когда закрываешь, то есть никакого скрипа, ничего нет. И как перегородка. То есть они всегда открыты, они, в принципе, чисто декоративный какой-то эффект, потому что живет один человек, но они необходимы все равно, как эстетика. А что за негативный рейтинг? В отзывах. Подбираешь какую-то компанию, ты же читаешь отзывы. Но там отзывы, они касались по большей степени доставки. То есть увеличенный срок изготовления, доставка какая-то негативная. По товару не было. Вы смелые, с негативным рейтингом нашли компанию, заказали у нее. Ну, конечно, все же в деньги упирается. Естественно, мы нас пересилило вот это вот желание все-таки взять подешевле. Мы не прогадали, они не обманули, все-таки, наверное, конкуренты. Поэтому я могу посоветовать, действительно, Альфа-Порта нормально делают. Да, прежде чем мы окончательно войдем в эту комнату, давай поговорим с тобой про зеркала. Прикольное решение. Двери продолжаются туда. Да-да-да, это была задумка, когда дверь полностью в открытом состоянии, она как будто продолжается, как будто там еще одна комната. Но это сделано специально, это вот эффект удорожания входной зоны, можно так сказать, потому что ты когда входишь, у нас была задача, чтобы произвести впечатление на всю квартиру. Могу посоветовать, это три бюджетных средства. Соответственно, это первое, это молдинг. Да. Ну, это зеркало и интерьерная картина, соответственно, вот которая у нас висит. И вот этот вот, наверное, консольный столик, потому что этот консольный столик приехал в эту квартиру уже в Новый год. Это был подарок на Новый год теще. Да, и он удивительно сюда подошел. Мы, честно говоря, не планировали. Мы изначально повесили картину, мы не знали, какой здесь будет столик, вообще будет ли. Но как-то мы студировали тот же самый Озон, и мы решили с женой, он здесь нужен. И он здесь классно вписался с этим декором. Это собака. Она была из Фикс-Прайса, она стоила там какие-то, по-моему, 120 или 200 рублей. Она была в обычном цвете, это обычный, грубо говоря, пластик. Он перекрашен просто баллоном. Все, выглядит как бронзовая статуэтка. Класс. Меня сразу интересует стена за диваном первая. Речная перегородка. Наверное, самым главным здесь элементом, можно сказать, который сделал планировку этой комнаты, 19 метров, это вот эта вот перегородка. Я не перестаю ей наслаждаться. Это то решение, которое, можно сказать, позволяет тебе разграничить пространство, но в той же степени это объединяющий элемент. Свет, который дневной падает из окна, он не остается там, он проникает во все уголки комнаты. Одновременно с этим можно изолировать полностью. Это каким решением? У нас установлен карниз потолочный. Кстати, Оль, я это видел в одном из твоих роликов. Там была также перегородка и также карниз. Очень понравилось. Это функционально, недорого и эффектно. Потому что вот когда ты задвигаешь вот эту штору, получается как монолитная стена. И в принципе не скажешь, да, что что-то там как бы не так или что-то выделяется. Вот хочу сказать про перегородку, про эту. Многие начинают говорить, рейки не модно. Модно, не модно. Есть еще функциональная составляющая. Абсолютно и точно. То, что она пропускает свет, это огромный плюс. Да, конечно, альтернативой можно было поставить там стекло, алюминиевую конструкцию и заплатить за это просто, я не знаю, там ценой
одного дивана. Ну, зачем это нужно? Абсолютно да? верно, да. Тем более, классно, что мне тоже нравится. Да, производители также не подвели. Это производитель «Много реек». Они находятся в Петербурге, у них фабрика. Также... В Петербурге мы их знаем, да? Да. И они доставляют спокойно, все упакованное, даже в ремонте мы отнесли, ничего не запачкалось. Все классно подошло, так что рекомендую, хорошие ребята. Хорошо, значит, еще у меня, может, странный вопрос, вот это кресло. Я его обожаю, у меня точно такое же дома, на даче было, но сидит ли в нем взрослый человек? Вот оно нужно ей реально, чтобы сидеть, или это просто для красоты? Ну, как тебе сказать, вот... Правду? Да, правду, правду. Был эксперимент. Альтернативой, наверное, ему являлось обычное кресло. Какие плюсы мы вот вообще от этого получили? Обычное кресло ты же не уберешь никуда. Ну, ты отодвинул, но оно все равно здесь. Это кресло ты можешь снять, да, аккуратненько убрать на балкон. У тебя здесь будет свободно. Это первое. Это, кстати, прикольно. Да, это очень прикольно. Оно же складывается, все, собирается. Вот второй плюс, который можно даже сказать, что он основной, это времяпрепровождение внуков. У нас, у нашей бабушки, можно сказать, их трое, да, на подходе четвертый, поэтому это любимое место. Но опять же, как по ее рассказам, да, доподлинно я же не видел, но по ее рассказам, кто бы ей не позвонит, уже ее все подруги спрашивают, ну что, ты, наверное, в кресле сидишь? Она говорит, да, в кресле сижу. И причем кресло тоже, оно не просто так, это как бы кресло для чтения мы планируем. И к этому креслу мы как раз подобрали светильник. Светильник непростой, он необычный, он с историей, большой историей. Так. Этот светильник, он был приобретен с Авито, потому что обычные мы посмотрели, они очень дорогие были на тот момент. Там могло зашкаливать за 15 тысяч. Этот светильник мы приобрели за 1000 рублей. Угу. На Авито он был в убитом состоянии, мы его очистили от масла старого, отшкурили, покрыли эмалью и заменили абажур. Абажур нам тоже обошелся с Озона где-то 2000. То есть 3500. Угу. Продавец мне сказал, что ему лет 35 или 40. Прекрасно. То есть это практически антиквариат уже. Хорошо. Еще у меня вопрос про зеленый цвет стен. Вообще, в принципе, понятно, очень нравится. Но ты сказал, что живет здесь троекратная бабушка. Люди с возрастом становятся более консервативны и довольно сложно идут на разные вот такие эксперименты. Нет обоев, покрасили еще и в цвет. Могу сказать так, что наша троекратная бабушка, она очень любит тусоваться с молодежью. Поэтому все привычки молодых людей – это ее. И когда она узнала, что у нее не будет в доме никаких больше никогда обоев, она прыгала, потому что, говорит, у меня будут стены, говорит, покрашены, да. Ну все, я отдаю вам на откуп, делайте, что хотите. Вот мы сделали. Изначально, правда, могу сказать, Оль, мы здесь ошиблись. Мы не учли именно оттенки, и мы взяли обычный, простой, зеленый, темный свет. Мы по раскладке выбрали, покрасили. И получился ужас. Потом да? рабочий мне присылает фотографию. Я смотрю, жена смотрит, мы все падаем в обморок. Еще краска была глянцевая, то есть блестящая, не матовая. То есть цвет такого уличного туалета, можно сказать, зеленого такого. Я срочно бегу опять в магазин, мы подбираем другой цвет, берем оливковый, везем, и рабочие нам, слава богу, перекрашивают. И вот хочу, наверное, совет такой дать, чтобы не ленились люди, вот, которые делают ремонт, не ленитесь, пожалуйста, почаще приезжать. Либо хотя бы договорить с рабочими, чтобы они почаще вам какие-то работы свои присылали, вот, которые они сделали, чтобы вы уже оценивали. Это так, это не так. То есть на том этапе, когда идет отделочная работа, можно что-то переделать. Вот, когда ты уже прораб сказал, что все, мы закончили, мебель установлена, ты приезжаешь и ах, на стенах. Вот тогда все. Да. А когда этап ремонта идет, это очень легко все переделать. Теперь очень красивый, дорогой цвет, глубокий. Номер я оставлю в описании, очень классный. Давай, а краска в итоге какая? Краска обычная, тикурила, моющаяся, как и на стенах белых. Угу. То же самое. Ты пару слов сказал о мебели, давай про нее поговорим. Во-первых, я вижу у тебя диван, конечно же, мне нужно про него мини-отчет. И второе – это кресло. Откуда все и как в пользовании? Диван – это наша находка, это ХОФ. Хотя немногие говорят, что это ХОФ, думают, что это на заказ. Да, действительно, там есть модели интересные. Причем, когда ты гуляешь по магазину, по шоуруму, они находятся в абсолютно непрезентабельных цветах.
Наш диван находился в шоуруме в каком-то серо-бежевом цвете, вообще нам не нужном. Но по модели я уже знал, что нам нужен диван на ножках, потому что, ну, однокомнатная квартира, ну, нельзя такие в пол. И двухместный. И желательно еще раскладывающийся, что вообще, наверное, за запредельные деньги. Но, опять же, этот диван стоил 35 тысяч доставкой. Прекрасно. Да, это прекрасно. Причем у него полноценное спальное место, он двуспальный, он 195, по-моему, на 40. Проверено, он разбирается, спать на нем удобно. И хочу заметить, что раскладной диван именно, он здесь необходим, потому что, опять же, внуки, опять же, выходные, все остаются. Раньше все спали на надувных матрасах. Угу. Вот этот вот был здесь цыганский табор. Сейчас все уютненько, можно посидеть, посмотреть телевизор, я не знаю, сериал. Опять же, разложил, оставил гостей. Этот шкаф также остался наряду с шкафом в прихожей. Он остался из старого ремонта. Стоял непосредственно вот где балконная дверь, вот там. Мы его передвинули, мы решили также из экономии оставить пока этот шкаф. Я не называю его шкафом, это ТВ-тумба, можно сказать, с элементами хранения. Он абсолютно не вписывался, он нас раздражал всех. Но когда мы его поставили к зеленой стене, и с элементами, где у тебя появилось, да, у тебя появились какие-то черные элементы, коричневые элементы, как раз все цвета он в себя впитал, и он реально заиграл. То есть даже ручки я не стал менять, поэтому все осталось как есть. Но это обычный шкаф, здесь небольшое хранение каких-то бытовых штук. А здесь как раз появилось место, мы его заранее планировали, это как рабочая зона. У нас Людмила Александровна, она любит работу иногда на дом брать, с компьютером работать. Вот здесь у нас как раз ноутбук, вот рабочий, спланирование, да, розеточки, специально светильник. Но опять же, для расширения, во-первых, пространства. Супер, мне очень это нравится, зеркало. Да, и вторая цель, это чтобы создать, может быть, дополнительно какое-то место для туалетного столика. То есть можно здесь и накраситься, все, что хочешь, женские дела вот здесь вот. Многофункциональная зона, и вот это мягкое кресло ей очень нравится. Да и нам, когда мы в гости приезжаем, нам тоже все здесь нравится. Ну да, у вас такая небольшая квартирка, казалось бы, да, 38 квадратов, но все есть. И на кухне можно удобно разместиться за большим столом. То есть все под нужды и под образ жизни семьи. Класс. Пойдем посмотрим спальное место. Тут, знаешь, вопрос тоже. Что нужно предусмотреть для того, чтобы комфортно было человеку в возрасте? Начнем, наверное, с того, что именно вот эта часть квартиры – это самая-самая желанная часть. Вообще, эта мечта была у человека, который спал 6 лет на раскладном диване, у которого отваливалась спина, у которого провалены были подушки. Мы спланировали таким образом изначально, что у нее получалась спальня. Мы не думали, что получится 160 на 200 в однушке вместить, но получилось с двумя тумбами. И с двумя подходами отдельными. Как это классно! Прям мурашки бегают, какие вы молодцы, позаботились о маме. Единственное, что, как и все в этой квартире, это недорогая кровать. Она без подъемного механизма. Многие скажут, в однушке это всегда нужно подъемный механизм, чтобы хранение и так далее. Но здесь немножечко другое хранение. Здесь выкатные ящики. Что-то там можно хранить. В принципе, здесь не полностью она на полу стоит. Она функциональная. Мы постарались купить подороже матрас, потому что спим мы на матрасе все-таки, а не на каркасе. Да. И изголовье здесь совершенно обычное. Мы так и хотели, чтобы оно не выделялось. Мы сделали молдинг. Симпатично очень. Вот, он идет как украшение и картины. А свет откуда? Тоже Леруа, все подсвечники, вот эти вот светильники, брашки мы взяли там. Все, что нужно, и очень уютно получилось, потому что вот тебе, да, действительно и кровать, на которой можно с внуками поваляться и почитать всем вместе, да, там, и диванчик, где можно сменить атмосферу, посидеть, что-то поделать, даже разойтись по разным зонам. Прекрасно. Наверное, третье пожелание после кухни и кровати – это, конечно, система хранения. Раньше в этой комнате 1.5 квадрата стоял угловой шкаф, который был такого же цвета, как стенка. Он абсолютно никуда не вписывался и был очень большим, громоздким. Мы его с удовольствием выкинули. Мы его не продали, мы выкинули его реально. С этим шкафом была отдельная история. Сначала появилась ниша, как холодильник. Мы построили стену.
И мы в голове у себя, да, потому что мы рассчитали кровать 160 на 200, и, соответственно, мы посчитали, что здесь классно войдет 260 шкаф. Ну, и, соответственно, такие шкафы, они стоят от 80 и плюс. Как выйти из положения, мы не знали, честно говоря. Также искали. Мы хотели здесь даже открытой системы хранения предусмотреть на штанги, закрывающиеся, как многие делают. Да, со шторкой. Пока временный вариант. Да. Потом, когда появляются какие-то дополнительные средства, может быть, встроены какие-то шкафы сделать. Но, слава богу, опять-таки, штудирование интернета, это наше все, нашли производителя, российский производитель. Этот шкаф был выбран и куплен по интернету, по Озон, доставлен в коробках. Мы его не видели, мы его не проверяли. Единственное, был опять эксперимент, получится, не получится. Мы его взяли в начале ремонта. То есть у нас еще только такие черновые работы, у нас уже вся мебель лежала. То есть мы не знали, 2-3 месяца у нас ремонт будет. Мы разберем коробки, все ли нам привезли, все ли фурнитуру, а кому жаловаться. А уже через 3 месяца есть ли смысл жаловаться. Ну, в общем, это был большой риск, но за эти деньги это все оправдалось. Вот да, это риск всегда сопряжен с какими-то сервисами или их отсутствием. Да, дешевле, но ты за это и не заплатил, для того, чтобы спать спокойно, правильно? Но, тем не менее, это работает. Надо просто быть готовым к тому, что это вот так. Да, это работает. Ссылку на товар я оставлю. Ребята молодцы, на второй день уже привезли, адекватные. И у них есть даже услуга по сборке. Но я отказался, потому что у меня через 3 месяца уже было. У меня мои рабочие все собрали, всю мебель. Угу. Поэтому я на этом тоже сэкономил. Бригада у меня была хорошая, все сделали качественно. Кирилл. Спасибо тебе огромное. Во-первых, за пример того, как можно любимым мамам сделать такой подарок. Великолепно. Второе, за идеи, за реальные идеи, как сэкономить и как не бояться, как что-то делать. И третье, за все лайфхаки, за все советы полезные, которые ты дал. Но ты знаешь, да, что в конце видео жду еще один совет от тебя. Давай, жги. Ну, что хотелось бы сказать... Наверное, в очередной раз повторюсь, если вы что-то решили делать сейчас, делайте сейчас, потому что завтра будет дороже. И не бойтесь ошибаться, ошибаются все, не ошибается тот, кто ничего не делает. Не обращайте внимания на те бренды, которые ушли. Все можно найти, берите чужой опыт, смотрите Олины сюжеты, там очень много популярного. Мы много оттуда взяли, действительно, это очень помогло. Удачи вам всем в новом году, и пусть реализуются все ваши задумки. Вот. У всех все получится. Главное только захотеть и пожелать этого. Спасибо большое. Согласна, про все получится. И еще самое главное – делать. Друзья, полезный инфобокс, напоминаю вам об этом. Конечно же, я буду очень благодарна вам за репосты, лайки и комментарии. Это продвигает наш ролик. Мы увидимся с вами в новых выпусках «Как живут другие», поэтому подписывайтесь, не пропускайте новые выпуски. И хочется оставить вишенку на торте. Приходите показывать свои квартиры, это бесплатно, это интересно. И увидимся. До скорых встреч. Пока-пока.